Аль-Фараби и философский камень. Дверь открылась со скрипом. От ворвавшегося воздуха заколыхалось пламя свечи, и посланника в дверном проеме было почти не видно. Но человек, склонившийся над столом, и так знал, кто и зачем вошел. «Величайший из прославленных дарует тебе еще время. Когда взойдет седьмая луна, все должно быть готово. И не забывай, палач подготовится быстро». Из легенды об Аль-Фараби. Есть такая легенда. Якобы у халифа Багдадского служил придворный алхимик. И главной задачей его, как водится, было найти способ делать золото, дабы не оскудевала казна халифская. И этот придворный алхимик способ нашел. Но получалось у него золото слишком мягким, совсем негодным для практического употребления. И тогда повелел халиф призвать в Багдад самого мудрого и продвинутого по тем временам философа. И позвали его. И решил он проблему. Сделал неликвидное алхимическое золото вполне ликвидным. И было имя тому алхимику – Мухаммад Абу-Наср Аль-Фараби. Я думаю, что это, наверное, больше очередная легенда. Каждый миф, он имеет какое-то основание, какой-то отблеск, является каким-то отблеском какого-то яркого события, давно минувшего, возможно. У любой сказки есть мало-мальски правдивое основание – найти отблеск истины в древнем предании. Проверка одной легенды. Где искать философский камень? Если в правильной пропорции смешать серу, ртуть и золото. В чем хранили эликсир жизни? Для этой цели служили сфероконусы. И был ли Аль-Фараби алхимиком? Сохранили инструменты Аль-Фараби, там, как он лечил людей. Тайны из глубины веков, рецепт бессмертия, зловещие секреты алхимиков. Аль-Фараби и философский камень. Глава первая. Тайны черной страны. Они занимаются этим искусством по одной из трех причин. Или из-за склонности и страсти к размышлению, или из-за какого-либо разлада и страстного желания добыть этим средства к существованию, или по причине чрезмерной устремленности и действий, о которых сказано, что подобных вещей следует остерегаться. Аль-Фараби о необходимости искусства химии. Проверить легенду об Аль-Фараби, найти ее истоки. А в алхимии прямых путей не бывает. Мистический Турин. Здесь хранится плащаница, в которую, согласно поверью, было завернуто тело Христа. И весьма представительная коллекция артефактов из Египта. Вообще, египтяне считали мозг совершенно ненужным органом. И когда труп мумифицировали, они все органы доставали, в том числе и мозг. Оставляли только сердце. По их верованиям, именно в сердце зарождалась жизнь. И именно сердце давало мышление человеку. Ну а для того, чтобы уметь мумифицировать, надо было знать, как происходят некоторые химические процессы. По одной из версий, наука химия как раз египетского происхождения. Да и само слово от «кеме» или «хем» – «страна чернозема», «черной земли» – так древние греки именовали Египет. Или от китайского «тин» – «золото». По версии другой – от другого греческого слова «хино» – «наливать». В то время литература греческая расходилась по многим регионам. Передавалось и так просто. И получается, что, естественно, на Востоке могли пользоваться этими знаниями и в будущем развить их просто в своем русле каком-то. В Египте покровителем алхимиков был бог мудрости и письма – Тот. Греческий аналог – бог торговли, обмана и счастливого случая – Гермес. И сосуды алхимики пломбировали печатью с его изображением. Так появилось выражение «герметически закрытый». Да и всю эту науку можно назвать закрытой. Она издревле была тайной для непосвященных. В своих книгах ученые ничего не говорили о действиях этого искусства. Они стремились не распространять его в народе.
Они хотели лишь побудить разум к знанию, ибо подобные вопросы, естественно, прежде всего занимают человека. Аль-Фараби о необходимости искусства химии. В 4 веке до нашей эры Египет завоевал Александр Македонский, основал город Александрию. Его учителем был Аристотель. Александрийская академия была центром алхимии. Потом это была Византия, в веке 7, опять же после завоевания Египта, арабский халифат, могущественная империя. В основе любого расцвета, и это до сих пор основной источник влияния в мире, это развитие науки и культуры. Халифы, подражая Македонскому, наукам тоже стали активно покровительствовать. А к слову кемия, химия, добавился арабский артикль «аль». Алхимия – слово арабское. Алхимики себя алхимиками не называли. Они называли себя философы. Первые ассоциации со словом «алхимик» – многомудрый чудак, то ли волшебник, то ли сумасшедший, все свои записи тщательно шифруют, наполняя мистическими символами. При свете свечи смешивает ртуть и серу, сушеных ящериц и лягушек, бормочет магические заклинания, и все для того, чтобы из подручных материалов получить золото. Так ли это? И здесь очень важно вот это вот отношение к золоту. Ведь золото не предмет какого-то обогащения или же наживы, да, или же показатель какой-то состоятельности. Для настоящего алхимика золото – это не главная цель. Это просто инструмент, совершенный материал, причем материал вечный. А значит, путь алхимика, так и Аль-Фараби считал, это путь к совершенству, прикосновение к вечности, познание таинства жизни. Что такое философский камень? Для чего его вообще в принципе искали? Главная цель алхимиков – поиск философского камня, который чаще всего и не камень вовсе, а порошок или раствор порошка – эликсир. Кстати, слово это тоже арабо-греческого происхождения. Аль-иксир – в переводе тот самый философский камень. Арабский ученый Джабир ибн Хайям, что жил на столетие раньше Аль-Фараби, впервые высказал мысль, что получить золото из простых металлов можно при помощи некоего катализатора – который он и назвал эликсиром. Если найти философский камень, то есть инструмент, с помощью которого можно получать золото, с помощью этого же инструмента можно получить и вечное здоровье, и вечную, соответственно, жизнь. Интересно, что еще в 8 веке Джабир говорил о возможности создания живых существ искусственным путем. Первый ребенок из пробирки появился только 12 столетий спустя. А еще арабский алхимик вывел самый простой рецепт долголетия. Надо только найти жабу, прожившую 10 тысяч лет. Затем поймать летучую мышь тысячелетнего возраста. Высушить их, истолочь и растереть в порошок. Растворить его в воде и принимать каждый день по столовой ложке. Джабир ибн Хайям. Все крайне легко. Надо только найти тысячелетнюю летучую мышь. Похоже, Аль-Фараби вполне разделял скепсис и иронию своего предшественника. Но по поводу философского камня и превращения металлов придерживался иного мнения. Почему Аль-Фараби называли вторым учителем? Как он обучался искусству алхимии? И где хранятся медицинские инструменты ученого. Глава 2. Алхимик из Атрара. Тот, кто хочет добиться этого, должен расширить свои знания в различных областях философии, которая является абсолютной мудростью, и освоение которой дает человеку познание истинного положения вещей и познание самой сущности этого искусства. Аль-Фараби о необходимости искусства химии. Расстояния непреодолимые, более тысячи лет и тысячи километров. Чужая культура, языковой барьер, их разделяло многое, но главное объединило – философия. Вот и Аристотель у подножия Акрополя размышляет о причинах и первоначалах всего сущего. Считается, что алхимия впервые была теоретически обоснована
как раз Аристотелем. Он писал о трансмутации, превращении металла простого в драгоценный. Вот по этой дороге в древности поднимались на Ареопаг. А сейчас здесь поднимаются туристы, и ходить по этим камням нужно очень осторожно. Они скользкие, буквально отшлифованы подошвами туристов. И отшлифованные до совершенства мысли спустя многие столетия. Это уже Аль-Фараби составляет свои комментарии к трудам первого учителя. Он продолжил аристотелевскую традицию логического исследования и весьма в том преуспел. Мы говорим, так это как бы второй Аристотель. Все считают, что Аль-Фараби – это Аль-Муалим Исани, второй учитель. А все потому, что в Средневековье Аристотель, пожалуй, самый популярный автор и самый переводимый с древнегреческого на арабский. Но просто перевести этого явно недостаточно. Надо еще и правильно истолковать тексты. Во-первых, уже прошло несколько столетий, и многие понятия изменились. А во-вторых, появилась новая религия – ислам, согласно которой и требовалось трактовать труды древнегреческого ученого. Аль-Фараби, знаете, он прекрасно знал греческий язык, поэтому он начал изучать древнегреческих ученых, сочинений древнегреческих ученых Аристотеля и Платона и многих других. Перевел их сочинения на арабский язык. Средневековые философы передвигались по всему халифату и постоянно учились. Известно, что Аль-Фараби тоже был странствующим ученым. Какое-то время жил и в Египте, на родине алхимии. Он начал читать мысли первого учителя Аристотеля, а он читал в Александрии именно. И забрал все книжки там из Александрии, и потом поехал в Каир тоже. Однако с некоторыми трудами греческого мыслителя Аль-Фараби, скорее всего, ознакомился еще на родине. Можно предположить, что и алхимия увлекся в городе своей юности. Во время раскопок Атрара и его окрестностей было найдено немало предметов, которые можно назвать лабораторными принадлежностями алхимика. Там для этой цели служили сфероконусы. Слышали такие? Сфероконусы, глиняные приборы такие. Средневековая экспозиция. Центральный государственный музей Казахстана. Здесь хранятся те самые таинственные сфероконусы. Так же, как и во многих музеях мира. Толстые стенки, массивное дно. Верхняя часть напоминает сферу, нижняя – конус. Крайне неустойчивые предметы. Скорее всего, их подвешивали на специальных приспособлениях. Из стекла их тоже делали, а называли симап-кузача – кувшин для серебряной воды. Для хранения каких-то медикаментов, основанных на ртути. И ничего удивительного. Сосуды эти широко использовались и ремесленниками, и медиками, ну и просто в быту. А взаимодействие ртути и золота в Центральной Азии было известно еще со времен скифов. Амальгама – это когда растворяете металл в ртути. Это называется амальгам. И туда замазали, положили, начинаете нагревать. Ртуть улетучивается, а золото остается, и она припаивает его. И даже следов не видно. Конечно, среди алхимиков шарлатанов было немало. Но немало было и настоящих ученых. Многие из них теоретические знания применяли на практике. Некоторые даже становились фальшивомонетчиками. Деньги с примесью других металлов – тоже нередкие находки археологов. Подделок безумное количество. То есть подделывали, торговали, выдавая их за оригиналы. Один из примеров – это большое количество монет мы находим в средневековых городах, медных, которые покрыты серебром. Большинство алхимиков, познавая теорию, занимались медицинской практикой. Известно, что Аль-Фараби тоже лечил людей. Удивительно, но в музее Дамаска, в городе, где похоронен великий ученый, до сих пор находятся медицинские инструменты, которыми якобы он пользовался. Сохранились инструменты Аль-Фараби, там, как он лечил людей. По всей видимости, еще будучи в родном краю, Аль-Фараби прочитал и труды самого известного в то время арабского медика и алхимика по совместительству, того самого Джабира ибн Хайяма. Получается, что Аль-Фараби, хорошо разбирающегося в столь тонкой материи, как алхимия, действительно могли привлечь к производству золота. Что писал об алхимиках Аль-Фараби? Где хранятся древние манускрипты?
и как получить философский камень. Глава третья. Между истиной и ложью. Я считаю, что люди, которые описывали это искусство, стремились вложить в него тайный смысл, чтобы оно было понятно только мудрецу равной им степени. Для объяснения они использовали поэтические выражения, в которых иногда высказывали нечто похожее на истину, а иногда ложь. Аль-Фараби о необходимости искусства химии. Булыжная мостовая, цветные фасады небольших домиков. Прага, Золотая улица. Согласно легенде, здесь в 15 веке жили алхимики. Печальная участь была этих самых алхимиков. Редкий кто из них доживал до глубокой старости. Часть из них сжигали на кострах, а другие просто погибали сами, потому что, пытаясь изобрести философский камень и искусственное золото, они использовали очень вредные для здоровья ингредиенты. Ну, например, ртуть. Известно, что ее пары очень быстро приводят человека к смертному одру. В Европе алхимическое учение появилось благодаря арабам, когда они завоевали часть земель, что ныне входит в состав современной Испании. Весь арабский, исламский мир был как одно государство. Но это средневековый, где все наши выдающие ученые, мыслители, религиозные деятели и так далее, они в это время жили. Мог ли Аль-Фараби делать золото для багдадского халифа? Надо признать, что большинство арабских алхимиков были практиками и значительно продвинули химическое искусство, и не только. В частности, один из них по прозвищу Зирьяб музыкант. Он первым изобрел зубную пасту и особый вид дезодоранта. Или Ибн Фарнас, придворный поэт, алхимик и авиаконструктор, придумал парашют и дельтаплан. Это одна из потенциально интересных тем для исследователей, которые можно заниматься. В библиотеке Эскориаля несколько лет назад были найдены неизвестные ранее трактаты Аль-Фараби. Здесь и сейчас хранится немалое количество еще не изученных арабских манускриптов. И кто знает, что они скрывают. Также очень интересная тема для исследователей – это изучение документов в испанских архивах, в испанских библиотеках, относящихся к мусульманскому периоду истории Испании. Может, есть и еще рукописи, что принадлежат перу ученого из Атрара? Может, в них и скрыты тайны средневековых алхимиков, зашифрованные послания? Ибо если бы они не прибегали к иносказаниям, то от этого был бы нанесен большой вред народам и государствам. Это слова Аль-Фараби из трактата о необходимости искусства химии. Заблуждающиеся в этом искусстве подразделяются на два типа. Первые отвергают и искажают его, вторые признают его, но превышают его возможности. И те, и другие ошибаются. Аль-Фараби о необходимости искусства химии. Где и когда был написан этот трактат, неизвестно. Согласно преданию, в Багдаде, как раз в то время, когда его якобы позвали исправить ошибки придворного алхимика. Документально зафиксировано только то, что Аль-Фараби действительно жил в этом городе во время правления халифа Аль-Муктадира. Он провел в Багдаде большую часть времени, жил там около 20 лет. Занимался ли он там алхимическими опытами? Искал философский камень? Или делал золото? Он учился, постигал традиционные, исконные знания, греческие науки, традиционные знания Центральной Азии и Ирана. Аль-Фараби был в числе первых, кто попытался выяснить, что в алхимии ложно, а что достоверно, и яростно критиковал шарлатанов от науки. Он полагал, что алхимия – это прежде всего часть естествознания, а не волшебное искусство превращения дешевых металлов в драгоценные. Вот, к примеру, рецепт алхимический, самый популярный. Если в правильной пропорции смешать серу, ртуть и золото, можно получить философский камень.
Но, видимо, алхимики всех времен и народов пропорции не выдерживали. Так как пока не зафиксировано ни одного случая, чтобы этот самый философский камень образовался в результате лабораторных опытов. Или все-таки у кого-нибудь получилось? Наука-то была тайной. Действия этого искусства должны заключаться только в тщательном исследовании, познании минералогии и в приобретении достоверного знания этой отрасли науки. Аль-Фараби о необходимости искусства химии. То есть он говорил о том, что фундаментальные и прикладные исследования, они должны друг друга повторять и взаимодействовать, иначе, так сказать, не будет результата. Считается, что Аль-Фараби не был придворным ученым, наоборот, старался избегать зависимости от сильных мира сего. Аскетизм атрарского философа, его свободолюбие вошли в легенды. Похоже, его не интересовали ни богатство, ни другие земные блага, только наука. Какими качествами должен обладать ученый? В чем опасность алхимии? И как закончилась легенда? Эпилог. Золото Аль-Фараби. Гении и злодейство – две вещи несовместные. Аль-Фараби в том не сомневался. Тот, кто не обладает добрым нравом, не воспитан, даже если добивается каких-то успехов, все равно выглядит жалким и смешным. И драгоценны не металлы, а знания, так считал ученый. Он полагал, что наука помогает бороться с низменными страстями и меняет человечество к лучшему. И мир наш меняется не в результате заговоров, верований, культов или идеологии, а в результате действий ученых и инженеров. Отблеск правды на древнем предании. Можно сказать, что легенда подтверждена частично. Судя по его трактату, Аль-Фараби хорошо разбирался в алхимии. И сам не чуждался лабораторных исследований. Возможно, были и другие работы в этой области. Не нужно искать сюжеты для какого-то блокбастера или же остросюжетного фильма. Нет. Здесь нужно просто проникнуться атмосферой той эпохи, в которую он жил и творил. У легенды есть продолжение. Неудачливого придворного ученого, безжалостный халиф, приказал избить плетьми и выгнать из города. И когда Аль-Фараби узнал, как халиф поступил с его коллегой, он решил скрыть рецепт полученного им алхимического золота. И сам тоже ушел из Багдада, ибо только достойные могут приобщиться к тайнам жизни. Интересно, что это предание вполне созвучно с реальными словами ученого. Постичь это способен только философ. Если же этим искусством овладеет не философ, то от этого в мире происходит самый большой порок. Аль-Фараби о необходимости искусства химии.